Совсем скоро у жителей домов 2А, 4А и 6А по улице Беляева в микрорайоне Бахчеванджи появится новая благоустроенная территория для отдыха. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков после встречи с гражданами дал поручение провести благоустройство данной территории, где до этого были демонтированы старые архитектурные формы. Работы по благоустройству уже начались. Совсем скоро здесь появится спортивная и игровая зоны. Будет обновлено освещение, установлены лавочки и оборудованы парковочные места. Работы проводит служба озеленения и благоустройства округа при поддержке партии «Единая Россия». Вообще работы по благоустройству дворов у нас проходят в рамках программы комплексного благоустройства. Но этот двор в программу не попал на текущий год, поэтому глава после встречи с жителями принял решение, что мы должны провести здесь те работы, которые, ну, как бы наиболее необходимы. Работа по благоустройству территории, перемены в городском округе Щелково всегда поддерживается партией «Единая Россия». Сами жители очень рады тому, что совсем скоро у них появится новая, оборудованная всем необходимым площадка. Мы, как жители Бахчеванджи и инициативная группа, очень рады новым изменениям. Будут расти наши дети, надо вкладывать в них, поэтому для этого мы здесь работаем и делаем все. Работы по благоустройству площадки подрядчики планируют завершить до конца лета. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.